Как дела, ребята? В этом видео мы познакомимся с ручкой-принтером. Вообще, это довольно дешевый девайс. Пожалуй, что один из самых дешевых 3D-принтеров в продаже. Он стоит порядка 50 фунтов в Великобритании и 70 долларов в США. Честно говоря, я не в восторге от дизайна. Выглядит как игрушка. Вообще, внешний вид не соответствует уровню функциональности прибора. Что хочу отметить. Сделано довольно хорошо, приятный матовый пластик, черно-желтый цвет смотрится красиво с серебристыми кнопками, кнопки металлические и хорошо откликаются на нажатие. У нас есть две кнопки для регулирования подачи пластика. Также мы можем регулировать температуру, что по сути определяет скорость вытекания пластика. Прибор работает так. Пластик поступает в магистраль и нагревается до рабочей температуры 180 градусов, которую можно повышать и понижать. Для работы мы просто держим кнопку. Пластик начинает вытекать. Через 5-6 секунд он застывает и можно продолжать рисовать. Можно создать что душе угодно, и это потрясающе. Поначалу будет получаться не очень хорошо. У меня это заняло некоторое время для достижения текущего уровня. Как и во всем, требуется практика. Должен сказать, что прибор производит очень качественный материал. Можно создавать невероятные вещи, если вы умеете обращаться с ним. Это своего рода кисточка для рисования, только с пластиком вместо красок. Практически можно создать все, что придет вам в голову. Немного попрактиковавшись, вы сможете удивлять знакомых своими поделками. В продаже имеется пластик в разном цветовом исполнении. У меня в руках зеленый, но вы можете также найти множество других вариантов. В упаковке лежит силиконовый абсорбент, который сохраняет пластик свежим. Итак, вы просто берете пластик, вставляете его в отверстие верхней части, нажимаете кнопку подачи, и прибор засасывает его внутрь. Все, прибор готов к работе. Теперь я попытаюсь создать пару очков. Имейте в виду, что я не очень искусен в этом, но надеюсь, вам понравится. Вот, готово. Результат впечатляет, учитывая, что я потратил минут 5 на изготовление и немного времени на практику. Это по-настоящему удивительный девайс. Разносторонний, легкий в работе и увлекательный. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся.